Здесь также скачет 2,7. Ебать, 8 вольт, пизду. Ёбнет сейчас еще. Короче, нормально все. Кнопки не оригинальные, скорее всего. Потому что у нас ниже они были. Да, скорее всего, все не оригинальные. Так, слушай, на паузу пока можно. Если сколько хватит. Не знаю. Так-то вроде с виду похож. Здесь вот весь смысл наш в чем, Женек? Вот наклейка идет. Большая. Вот это оригинал. А здесь просто, короче, какую-то хуйню клепит. Вот это все. Здесь нет наклейки такой. Это единственный способ, которым можно оригинал отличить сразу. Давай отклеим. Нет, хуйня. А, там сейчас переходник. Так-то с виду визуально вроде похож, а? Такие мелочи всякие. Жок, знаешь, в чем у тебя будет плюс? У тебя видео будет хоть где-то в 4К. Ты 4К даже снимаешься? Тогда точно, блядь, будет гигов 15 есть, блядь. Я, кстати, про свой хотел снимать. Точнее, заснял, еще не выкладывал. Можно его добавить к этому будет. У меня там уже с блок питания со встроенным идет. Короче, можно от 11 до 18 вольт блок питания ставить. Это, по-моему, на 12. Блин, сейчас пищит. У тебя также пищит? Я отключал, потом где-то в настройках там звук есть. Уши надо что-нибудь зарядить. Он так приятно звучит. Давай пока на паузу. NEMD. Ну, пошло. 3,5 вольт. Вроде работает же. Мне кажется, она садится. Ну вон 3,49. Тут было 3. Но он должен поднять. Он сажает. Она вообще должна быть, по-моему, 3-вольтовая. Он сажает ее.
потому что 3 с чем-то это слишком много. Он должен быть 3 или 3 и 3 максимум. Она до одной уже посадила ее же. 2, 3. Блять, что за бешеный зарядный блин. Он должен быть здесь. Он вообще 1,2 должен быть. Из батарейки на 1,2 вольта. Пизду, еще взорвется батарейка, блядь. Короче, заряжает женек нормально. Всем привет. Сегодня хотел бы рассказать про такое устройство. IMAX B6 AC. Это универсальный зарядник. По типу такого уже у меня есть на работе. Только без блока питания. В два раза меньше. Вот этой верхней части нет, в этого верхнего блока. А так, в принципе, он такой же. Вот он что удобный. И можно заряжать разные типы аккумуляторов. Тут ионный. Это от телефонов. Потом батареи от всяких шуруповертов. Еще каких-то там устройств. Аккумуляторы обычные, можно заряжать машины из свинца и так далее. Выбирается нужный режим. Вот он заряжает. Но я в основном купил его для того, чтобы заряжать убитые аккумуляторы. Вначале я пользовался лягушкой обычной. Но она выдает только 3,7 вольта, а если аккумулятор до нуля разряжен, то этим его не зарядить. Потом у меня лягушка сгорела, внутренности я все вытащил и напрямую подключил к этим двум контактам, которые плюс и минус ставят на батарею. Зарядник обычный, 4,7 вольта. То есть раньше он вставлялся в розетку. Внутри стоял блок питания, типа вот такого. Только он сразу преобразовал в 3,7 вольта, а здесь 4,7. То есть 4,7, когда подаем на батарею нулевую, она стартует, начинает заряжаться. То есть повышенное напряжение слишком идет. Этого хватит, чтобы появилось какое-то напряжение на батарее, потом можно уже нормально ее зарядить. Вот этим аккумулятором, этим зарядником можно делать тип такого же. Если выставлять тип аккумулятора другой, например, заряжаете телефонный аккумулятор, оставить там, например, он там, не помню, как он называется. В общем, другой тип аккумулятора выбираете, и он тогда начинает его заряжать, думая, что там другой тип. Потом останавливать и продолжать опять ионный тип выбирать, и он там будет заряжать. Вот. Сейчас я заряжаю аккумулятор от телефона. Может быть, я про него тоже видео сниму. Он там X-Play Fresh не включается. Возможно, там просто плата накрылся. В принципе, подключаешь к ним зарядник, он выдает там 3,6 вольта. Но я решил зарядить его через этот зарядник, заодно показать. Сейчас покажу, как он работает. Включаете его в розетку. И здесь вот кнопка стоп, интер, старт и выбор лево-вправо. Ну, в интернете есть инструкции по этому заряднику. Например, принцип действия такой. Кнопкой стоп выбираете тип аккумулятора. Надо почитать, как он правильно называется. Потом плюм-бум, свинец. Тут какие-то настройки. В них, по-моему, сохранение. Сейчас не могу сказать точно. Ну, есть какие-то еще настройки.
В них можно этот звук отключать пищащий. Еще какие-то настройки менять. Главное, основные действия. Вот выбираем Леон. Сейчас еще раз выберу. Тут он Липо называется. Нажимаем Enter. Здесь выбираем, сколько у нас. Так, сначала Enter нажимаем. Выбираем ток. Я поставил минимально, чтобы получше заряжалось. Enter нажимаем, потом выбираем напряжение. У нас аккумулятор на 3,7 вольт. Можно тут ставить 7,4, 11, 14, 18 и 22 максимальные. 6 ячеек аккумулятор. Можно авто поставить, кстати. Так, у нас 3,7. Жмем Enter, индируем несколько секунд. Так, ошибку не выдал. Можно нажать еще раз Enter, он начнет зарядку. Вот, в принципе, он заряжает. И, по-моему, через 2 часа срабатывает защита от перегрева, и он отключается. То есть нужно будет заново опять ставить зарядку, если вот за 2 часа не зарядится. Где-то настройка все это меняется. По-моему, даже можно больше времени ставить. Может, даже защиту убрать можно. И я точно знаю, что можно вот этот пищащий звук убрать. По окончании зарядки он пищит раза 3. И кнопки при нажатии пищат. Где-то все это меняется, неохота сейчас искать. Ну, можно, в принципе, инструкцию почитать и это все найти. Так вот, я для зарядки использую обычную лягушку. Там контакты удобно подставлять. Сначала проводками подсовывал, но это вообще неудобно поджимать все это. На это вроде раз и поджался. Также можно машины аккумуляторы заряжать. Но я не пробовал, но вроде удобно должно быть. Также здесь есть. Так, сейчас покажу. Стоп, нажму. Маленькая вилка. Здесь есть вход по 220, и также можно ставить отдельный зарядник на 12 вольт. Например, на работе у меня нет блока питания встроенного, я там подключаю 12 вольт. Тут 1,5 ампера максимум. Или ему нужно 1,5 ампера. В общем, от 11 до 18 вольт можно зарядник подключать. Ну, вот у меня 12 вольт был подключен. Также все работает. Ну вот, в принципе, думаю, пока больше нечего рассказать. Может, еще что-то интересное будет, если запишу. Так вот, для зарядки убитых аккумуляторов вполне. Еще у меня есть он без пери. Этот блок питания лабораторный, но с ним я еще пока не разобрался. По идее, он тоже может заряжать. Вообще, я его брал для других целей. Пока стоит, пылится, нет времени им заняться. Может, про него тоже скоро видео запишу. Ну вот, на этом пока все, думаю. Может, кому-то пригодится эта инструкция для этого зарядника, потому что когда я первый раз искал инструкцию, как им пользоваться, толком не нашел понятный. Пока я не нашел мануал английский, и в нем по схеме искал, как на что нажимать, чтобы выбрать какой-то режим. Ну все, на этом все. Всем пока.